Зимние, а потом и весенние наводнения в Ярославской области случились по вине людей. Именно человеческий фактор в качестве причины сильного подтопления назвал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов. Об этом он заявил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям во главе с руководителем МЧС России Евгением Зиничевым. Аномального зимнего паводка можно было избежать, считают в правительстве региона. Но разные ведомства не смогли оперативно прийти к общему знаменателю. Как отметил в социальных сетях губернатор Дмитрий Миронов, синхронная работа Росводресурсов, Росгидромета и организации управляющих гидроузлами каскадов поможет предотвратить подтопление. Меры, предложенные региональным правительством, поддержали на федеральном уровне. На наш взгляд, 10-15 резервных сантиметров в Рыбинском водохранилище, как основной емкости Волжско-Камского каскада, позволяет спокойно, без подтоплений, проходить, в принципе, любой паводок. Мы должны иметь алгоритмы действий на случай не только паводка или паводка домоводья, но и в случае ухудшения ситуации, связанной, например, с засухой. Когда отбеление, например, русла реки может коснуться всех. И гидроэнергетиков, и судоходство, и рыболовство в том числе.